Всем привет! Сегодня приготовим творожные пончики. Творог, яйцо, сахар, щепотка соли, ванильный сахар. Разминаем все вилкой. Мука. Сода. Замешиваем тесто, как на сырнике, и скатываем в колбаски. И режем небольшими кусочками. Скатываем в шарик. Шарики обваливаем в муке. Обжариваем на растительном масле. Выкладываем на бумажное полотенце. Пончики готовы. Сверху присыпать сахарной пудрой. Всем спасибо за просмотр. Заходите к нам, подписывайтесь. До новых встреч. Приятного аппетита. Пока-пока.